За время работы наверняка у каждого повара появляются свои собственные рецепты. Виктор, у тебя сегодня будет свой собственный десерт. Как будет называться он? Соблазн шефа. Соблазн шефа. Для нашего десерта понадобится клубника, мы ее помыли, очистили от хвостиков. Клубника уже хорошая, ее можно кушать. Да, мы выкладываем ее в сотейник или в ковшик. Сколько грамм, в принципе, неважно, да. Клубники много не бывает. Да. Этот десерт очень легко и быстро готовится, и он вкусный. Мы кладем сюда сахар. Сахар или сахарную пудру? Или сахар тоже можно? Сахар тоже можно. Теперь мы все перебиваем блендером. Мы взбили клубнику блендером, теперь мы выливаем в креманочкой. Этот десерт еще не готов, мы сверху еще выложим шарик мороженого. Мороженое придаст сливочный вкус нашему десерту. И сверху мы украсим веточкой мяты. Десерт с таким прекрасным названием «Соблазн шефа» удался. Меня Виктор лично соблазнит, а потому соблазняйте своих любимых, родных и близких. Приятного вам аппетита!